центральном районе на День благоустройства во дворе Эрмитажного детского сада номер 110 развернули пресс-центром. Такой необычный и высокотехнологичный субботник прошел в сердце города впервые. В сад прибыли сотрудники администрации района и воспитанники подростково-молодежных центров. Но главными героями стали дети. Они как могли участвовали в процессе, ведь площадка своя, родная. Жаль, только инвентарь был не по росту. Маша, помогай. Вся семья в сборе убирает. Чтобы дети с самого маленького возраста понимали, что нужно убираться, следить не только за своим детским садом, но и за домом. Этот субботник стал первым для главы администрации Андрея Хлудкова в его новом статусе. Он активно участвовал в уборке, посадил несколько кустов сирени и признался, с детства любит работать в саду. Как родился, так и вот... Так на дачу. Так родители вывезли на дачу, которую практически ровесница со мной. Вот так и, в общем, с самого начала я видел, как все это делается, ну а потом, как только смог, уже стал принимать участие. Опробовал Андрей Хлудков и новинку, которую намерен внедрить в практику работы на субботниках. Прямо в беседке по скайпу он связался с несколькими площадками, где в это же время трудились его коллеги. Доброе утро! Доброе утро, Александр Сергеевич! Приветствуем вас! Здравствуйте, Андрей Николаевич! Вас приветствую, партнер Смольного! Как у вас дела? Сколько людей пришло на субботник? Как настроение? Современные технологии помогают экономить время на объезде территории и сплотить людей. Для объединения, в первую очередь, конечно, потому что вы понимаете, что контрольные функции осуществляются по налаженной схеме и параллельно работает еще штаб в здании администрации. Всего в Дне благоустройства участвовало свыше 13 тысяч человек, причем молодежи с каждым годом все больше. Наводили порядок во всем районе также ветераны, сотрудники предприятий, курсанты военных училищ. На протяжении всего месячника по благоустройству удалось очистить от мусора 80% всей территории района.